хорошая девчонка. Жалко ее. Странно. У тебя опять эти видения. Не испугались? Часто трупы видите? Я вижу что-то, что другие не видят. Давайте по порядку. Мы познакомились с вами вчера, когда вы обнаружили неопознанный труп. Затем вы звоните и говорите, что у вас пропала сестра. Потом попытались угробить себя в каком-то старом доме. Что-то мы слишком часто встречаемся. Есть еще девушки, которые пропали. Алла Степная. Вера Крюкова. Их убийца, он их всех где-то держал перед смертью и мучил. Плохой дом. Темный дом. Есть все основания полагать, что все девушки жертвы одного серийного убийцы. Неужели вы не видите, что здесь есть связь? Она правда в том доме. Пожалуйста, помоги мне.